Ах, мистер Салливан, да. Это Джон Фогель. Я внес задаток за Jaguar XJS-89-го, цвет фламинго, с кожаным салоном и верхом. Именно. Ввиду непредвиденных обстоятельств сделка отменяется. Да. Нет, я понимаю. Дело в том, что машина была для дочери, а она передумала. Не хочет машину. Да, да. Ну, это длинная история, но нам нужно обсудить задаток в $5000. Я понимаю, что у вас политика, но прошу вас проявить внимание. Ну, например, возврат около 50% задатка. Так. Ну а 40%? 40%. У вас остается 3000. Пап, черт! Подождите, пожалуйста, секунду. Я вам перезвоню. Боже мой.